Новый контейнеровоз, названный в честь ветерана Петропавловска-Камчатского морского торгового порта Вениамина Хлопина, завершил первый рейс по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский. Рейс пошел в штатном режиме, переход занял 4 суток с небольшим, погода благоприятствовала, никаких особенностей, непредсказуемости не было. Хороший пароход, второй в этом классе в пароходстве, 8-й по счету. Честь, мы считаем, для экипажа, когда пароход называют в честь ветеранов, тем более здравствующих ветеранов, которые могут своими глазами увидеть, что за какой пароход, как он работает, как он себя показывает. То, что будем стараться держать марку. Вениамин Хлопин – быстроходное судно высокого класса автоматизации, оснащенное современным оборудованием. Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в дальневосточных морях. Контейнеровоз будет работать на линии Владивосток-Петропавловск-Камчатский, порт Восточный. Сегодня ряды камчатского пароходства пополнило новое судно. Это современный контейнеровоз. Судно способно перевозить единовременно до 700 контейнеров в гомогенной вместимости в 20-футовом эквиваленте. Пароход будет работать на линии Владивосток-Петропавловск-Камчатский-Владивосток и осуществлять регулярные перевозки грузов на данном направлении. Это обеспечит высокую частоту перевозок. Это будет третье судно, которое будет работать на данной линии. Первый экипаж контейнеровоза в составе 14 человек возглавил опытный камчатский капитан Дмитрий Тянников. Торжественная встреча состоялась в порту Петропавловска-Камчатского. Вениамин Хлопин лично принял участие в этом знаменательном событии. Ощущения, я еще даже не прочувствовал всего этого, потому что это действительно такой, ответственный, неответственный, но тем не менее очень приятно. Будем говорить, события для меня особенно. Вениамин Хлопин внес серьезный трудовой вклад в развитие порта, проводил большую общественную работу, неоднократно отстаивал честь предприятия в спортивных соревнованиях, пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. Он и сегодня продолжает трудиться в порту. Отметим, что флот Камчатского морского пароходства состоит из 8 пароходов ледового класса общим дедвейтом более 90 тысяч тонн. Все суда названы в честь ветеранов-портовиков и ветеранов Камчатского пароходства.